Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Ром! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Дуэт Ро-Ро прямо сейчас, потому что это всегда преодоление, это всегда какие-то беды, через которые приходилось переступать. И если вы смотрите... Клубийцев, поскольку они победили 4 года назад, и они команда, наверное, насыщенная большим количеством звездов. Vamos, Colombia, dale! Dale, 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 dale! Сборные Польши и Сенегала, колумбийцы здесь... Наверное, чтобы этот матч начался, команды приветствуют друг друга, приветствуют арбитров. Нельзя только пожать руки видео ассистентам. Они находятся в Лерма. 17-й Йохан Моха. Мохика, прошу прощения. 20-й из Словении. Он, кстати, был в России неоднократно. Ну и ему помогают Юрий. 10-й, 14-й Такаси Унуи. 15-й Юя Осако. Капитан команды Макото Хасебе. Сборная Японии первой разыграет мяч с центра поля. Специальный координатор из Гватемалы Тамир Скамина, который работает туристическим агентом по недвижимости. Ну, грубо говоря, сдает. Мяч убегает, возможно, забить. Нет, добивание. И еще одно спасение. Но только какой частью тела пенальти. Мяч? Нет, вопросов нет. Пенальти. Тамир Скамина. И что, желтая какая, карточка какая, или красная? Какая, какая? Красная, цвет, цвет, цвет красный, цвет настроения немедленно. Вот так. Первое удаление на чемпионате мира. Вот это старт. Дела. Сборная Японии убежала в атаку, потому что защитник не смог зацепиться за мяч с третьей или там с четвертой попытки. Восвояси. Но это означает, что автоматически только к третьему групповому матчу Катар, уж не знаю, вот, умышленно или нет, как будто заманивая удар в ту сторону. Да, заманивал, но не перехитрил. 1-0 на спине у Синдзи Кагавы, 1-0 на табло в Саранске. Сборная Японии невероятным образом, драматичным, выходит вперед. Пенальти и удаление, двойное наказание. И вот теперь немногочисленные поклонники сборной Японии дают о себе знать. Стадион гремит разными звуковыми гаммами. Одни от недовольства, другие от восторга. И здесь грохот. Это очень громкий стадион чемпионата мира. Аккуратный удар. Это, по сути, Паненко. Ну, такая, не слишком все внимание на капитана сборной Колумбии. Подача и момент. Радамир Фалькао имел свой голевой шанс. В своем репертуаре, прыгнув, вытянув ногу, все, как говорится, как мы любим. Ну и Эдди Кавас. Да, все очень лаконично было. Хорошая подача. И Фалькао действительно в своем стиле. Ничего лишнего. Но и... Но и они это чувствуют, что они все равно должны. И японцы как будто согласны. Ну, хорошо играть. Еще один фол. Снова быстро разыграли. И снова Тамир Скамина не разрешает это сделать сборной Колумбии. К тому же там лежит Мохика, потому что ему досталось. Держится за лицом. Посмотрим, что было. Это Кагава. Синдзи с мячом. Пас дальше. Удар! Плохой мимо ворот. Но даже такой плохой мог залететь в дальний угол. Потому что он был какой-то очень своеобразный и непредсказуемый для вратаря. Такое впечатление, что Инуи задумал вообще другое. А потом в последний момент передумал. Квадрадо тоже отличается великолепной скоростью. Дриблинг у него хорош, своеобразный. Ну, подача-то будет или нет, в конце концов. Главный. Отворот. Он заработал. Есть у Квадрадо эта черта. Он мячом делится не всегда охотно и не всегда вовремя. Словенская бригада назначает удар отворот. Нет, тут даже нет никакого углового. Да, там было трудно разглядеть это. Но он просто заигрался. И упустил это Камеруна в 90-м. Но Никита здорово бил пенальти штрафные. Подача. Снова Фалькао выпрыгивает. Квадрадо. Квадрадо. Показывает на угловой. И Скамина соглашается. Дальше что? Вдоль штрафной площади. Здесь можно ударить. И он будет бить. Точно. Довольно прямолинейное было решение. Из них 108 передач были тачных. Или как мы теперь уже учились говорить. Контрольных встречах. Два кубка конфедерации и один чемпионат мира. Это турниры, которые сводили сборные друг с другом. Две победы сборной Колумбии. 1-0 и 4-1. И одна победа, вернее, одна ничья 0-0 на кубке. Мне, честно говоря, понятна эта замена. Квадрадо, на мой взгляд, мог... Но и приглашение в Тоттенхэм просто так не заслужишь, не получишь. Кто в итоге? Главой. Да, ну, видимо, не всем идет на пользу переход в английскую премьер-лигу.
атаку. Навіть, ну, там, наверное, претензий особенных нет. Еще один какой-то странный рикошет, какой-то трейфер. Через средние и короткие передачи все-таки Кентеро мяч получает. И по штрафную площадь Фалькао опять в своем стиле. Он как будто удочку забрасывает, да, спиннинг. Вот такой стиль игры у этого нападающего. В прыжке. Вытянув ногу. Игран принимает передачу от Мурильо. И Фалькао. Есть свисток. И не спорят судьей Макото Хасебе. Прокинул. Зрителям это не понравилось. А вот какая срезка в сторону Фалькао. Мяч полетел, который чуть задержался сзади. И здесь штрафной. Удивительно. Какой неприятный конфуз для японской сборной. Такой кикс случился. Мяч полетел назад. А Фалькао как будто бы чувствовал, что там можно чуть остаться, задержаться. Но не знаю, что здесь нарушение правил. По-моему, сам Фалькао толкал Макото Хасебе. Фалькао опытный игрок, он знает, как подставиться. К тому же Фалькао вот здесь, между прочим, едва не убил. Итак, Кентеро низом бьет и... Мяч засчитан! 1-1 сборная Колумбии сравнивает счет на 39-й минуте. Ох, хитрец, а! Какой хитрец! 1-1. Вот тут все сошлось. Вот этот отскок мяча от японца назад и падение Фалькао, который был слишком убедителен для... Тамира Скомине, ну и невероятная хитрость, лисья хитрость Кентеро, который пробил низом в ближний угол. И тут выцарапывает мяч, мы видим, конечно, Синдзи Кагава из ворот, но он уже совершенно точно за линией. Работает система фиксации, она работает автоматически. Сейчас набрасываются японцы на резервного арбитра, чтобы пытаться хоть свое какое-то давление оказать. Но если система... Давайте смотреть за этим голом. Какая феноменальная хитрость. Мне кажется, что Кентеро так и задумывал. Не может у такого мастера не получиться удар настолько, что он просто покатится в угол. Это была хитрость. Да, и здесь он еще замешкал, конечно, Кавасима. Не получилось сразу одним касанием, одним движением выбросить мяч прочь. Перерыв. На Мордове арене Роман Трушкин и Роман Нагучев работают для вас. Состоялось второе, играет в меньшинстве, сравнять счет, да еще и таким странным способом. Хитроумный удар поворотом и 1-1. Первый тайм, уже история. Да, уже история, то, что сегодня показана первая красная карточка. Забил сумасшедший гол вот в том матче, который мы вспоминали в первом тайме. А второй тайм этого матча... Кавасима может заиграться. Дамир Скомина фиксирует здесь нарушение правил. Без карточки. Высоко развернулся, очень здорово бьет по воротам. Приятное впечатление своей игрой оставляет этот нападающий сегодня Юя Осако. Он, как и Кавасима, тоже вылетел во вторую лигу, только во вторую Бундеслигу, учитывая, что он играет за Кёльн. Здесь Санчес мало того, что проиграл позицию, так еще и дважды пытался... Сейчас отошел чуть-чуть в сторону, очень опасная атака на ворота сборной Колумбии, удар по воротам. Оспина. Санчес, она была красной. Здесь подкатился прямыми ногами Вилмар Бариус. А вот предыдущий удар Инуи. Очень неплохой сезон он провел в Баварии. О, какой грохот. Сейчас он в составе испанского Хетафе. Это подача. Хорошая подача. И очень неплохой удар. Это Миньо Сида, центральный защитник. Статистика: Кентеро, замененный, сделал 9 таких передач, после которых возникают опасные моменты. А вот опасный момент у ворот колумбийцев. Неплохой выпад. И Роки Сакай. Он играет в такой команде. Напомню, это Марсель, который очень много атакует. И Роки Сакай привычен к тому, чтобы идти к чужой лицевой линии и спокойно там мячом распоряжаться. И сейчас он пытался пробить в дальний угол. Другой Сакай, тоже крайний защитник. В финальной игре.
Мурильо подстраховал, второй центральный защитник. Это Вилмар Барриос. В момент приема мяча пытался атаковать. И попал по ноге. И желтая карточка, вот, пожалуйста, не было. А сейчас появляется в руках Дамира Скумины. Зафол против Синдзика. Резервного арбитра Мехди Абди Шарефа из Алжира. Вот он хорошо нам от Испании искать себя дальше. Хонда с мячом. У него рабочая бьющая левая. Вот удар по той же траектории, по которой уже от ноги Кинтеро мяч в эти ворота вкатывался. Но в этот раз Успина их сохранил. На чемпионатах мира Кейсуки Хонда. Хорошая атакующая перспектива справа. Так и есть прострел. Внимание! Осака разворачивается. Удар! Ой-ой-ой-ой! В последний момент! Нельзя кричать гол раньше времени. Нельзя! В последний момент мяч коснулся ноги колумбийского защитника и отправился за пределы поля. Роман, это блестяще сказать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Торо. Опа! Все-таки загорается. Вот-вот. Досрочно. Ты предсказал это взятие ворот. Но оно где-то тут должно было быть. Японцы прыгают в кучу малу, делают вот там, в технической зоне. А тренер сборной Японии, ему пока не до радости, Акира Нисино, уже дает там какие-то указания футболистам, которые еще не отошли от празднования забитого мяча. 2-1. Обратите внимание, три футболиста японской сборной.